Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Продолжаю дальше сборку. Уже закончил. Продолжаю покраску бронеавтомобиля «Тайфун» от фирмы «Таком» в 35-м масштабе. Как видите, задул прозрачным зеленым лаком от фирмы «Томея» стеклышки. Хотел процесс показать, друзья, на видео, но процесс довольно трудоемкий. Пока подобрал правильный состав, чтобы развести лак, чтобы он хорошо наносился на модели, пришлось немножко помучиться. Но результат мне понравился, я очень доволен результатом. Развел примерно так. Две маленьких капли лака и примерно полтора кубика со шприца растворителя. Хорошо перемешал, буквально, наверное, минут 15 это все хорошо трес. И после этого начал наносить. Главное, на маленькой подаче, медленно, не спеша, задуть данные стеклышки. И еще мой совет: задувать лаком ту сторону, которая будет внутри модели. Получится вот такой результат. Теперь разведу черную краску, закрою стекла масками, приклею их. Приклеивать, наверное, буду на прозрачный черный лак. И начну задувать модель черным цветом. Также поверху сделаю пришейдинг. На видео вы все увидите, кому интересно. Замаскировал стекла скотчем, обрезал. И теперь при помощи клея для прозрачных деталей фирмы Акан я немного их прихвачу на модель. Сейчас вклеивать не буду их намертво, только на пару капелек посажу, чтобы мне можно было покрасить. А уже после полной покраски, друзья, я буду устанавливать стекла капитально. А сделаю это для того, что мало ли, когда буду обдирать скотч, они все равно могут оторваться. Поэтому лучше уже это все сделать в конце. Ничего трудного в установке стекол нету. Берем капельку прозрачного клея. Наносим его. На окно убираем излишки. Работа, конечно, аккуратная, надо делать все аккуратненько, чтобы хорошо получилось. Вставляем
стеклышко в паз. Нажимаем. И теперь даем модели примерно час, чтобы данный клей застыл, чтобы во время покраски стекла не выдуло струи воздуха с аэрографа. И начнем красить нижнюю часть ходовую в черный цвет. И также сделаем на модели пришейдинг. Приступаем к покраске.
покрасил ходовую часть, нанес пришейдинг, покрасил диски от колес, зеркала. Теперь дам просохнуть модель около суток. И после этого начну наносить базовый зеленый цвет. На этом, друзья, буду заканчивать видео. Всех благ вам, вашим близким. Оставайтесь на канале. До новых встреч, друзья!